Снежинске загорелся детский сад. Пожар, по предварительным данным, произошел в пищеблоке. Сотрудников МЧС вызвали сторож и местные жители, которые увидели дым из окон детского учреждения. Вон он из вентиляции идет, кашей горелой воняет. Вон дым идет с вентиляции детского сада, оказывается. Как предположили очевидцы, скорее всего, повара могли что-то оставить на плите. От этого и начался пожар. Дым валил из вытяжек. Пожарные прибыли на вызов спустя несколько минут. Позже приехало и начальство детского учреждения. Благо, что детей уже в здании не было и никто не пострадал. Сейчас этот детский сад наверняка ждет серьезная проверка. В Златоусте могла выгореть квартира из-за оставленной еды на плите. Жителей двора напугал густой белый дым из окон пятиэтажки. Очевидцы сразу же вызвали МЧС. На место выехало две автоцистерны и одна автолестница. После проникновения в квартиру пожарные обнаружили пригорающую пищу на плите. В квартире никого не было. Спасатели переставили кастрюлю и выключили газ. А в Копейске произошло возгорание в частном секторе. По данным местных жителей, пожар тушили несколько часов. Какое пожарище. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Всего было направлено 2 единицы техники и 7 человек личного состава. По данным МЧС, огнем было уничтожено 2 сарая, забор, повреждено 2 гаража. Пострадавших нет.